Дорогие друзья, я приветствую вас на своем канале, с вами Роман Парфенюк, все монеты. В сегодняшнем обзоре я хочу рассказать более подробно вам об Ордене Красной Звезды. Ребят, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех обновлений. Ну а мы начинаем. 6 апреля 1930 года в СССР был учрежден Орден Красной Звезды. Это одна из самых массовых наград Великой Отечественной войны. Один из первых советских орденов и второй из боевых по времени учреждения, Орден Красной Звезды был учрежден постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года для награждения за большие заслуги в деле обороны Союза СССР, как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности. А еще через месяц был утвержден и его статут. В последующие годы вопросы, связанные с награждением данным орденом, не раз вносились изменения. В 1936, в 1943, 46 и 47 годах, а в 1980 году был утвержден статут награды в новой редакции. Орденом Красной Звезды награждались военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск, сотрудники органов Комитета государственной безопасности СССР, а также лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, воинские части, военные корабли, соединения и объединения, предприятия, учреждения, организации. Орденом Красной Звезды могли быть награждены и военнослужащие иностранных государств. Награждение орденом Красной Звезды производилось за личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху советских войск, за успешные боевые действия воинских частей и соединений, в результате которых противнику был нанесен значительный урон, за заслуги в обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности государственной границы СССР, за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, за образцовое выполнение специальных заданий командования и другие подвиги, совершенные в условиях мирного времени, за большие заслуги в поддержании высокой боевой готовности войск, отличные показатели в боевой и политической подготовке, овладение новой боевой техникой и другие заслуги в укреплении оборонной мощи СССР, за заслуги в развитии военной науки и техники, подготовки кадров для вооруженных сил СССР, за заслуги в укреплении обороноспособности государства социалистического содружества. В период с 4 июня 1944 года по 14 сентября 1957 года орден Красной Звезды вручался за выслугу 15 лет в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота, органах внутренних дел и государственной безопасности. В период после Великой Отечественной войны было принято за правило награждать орденом Красной Звезды всех военнослужащих, сотрудников военизированной противопожарной службы и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Орден и орденская книжка на него вручались родственникам погибшего. Также известны случаи награждения саперов, лично осуществивших связанные с риском для жизни разминирование минно-взрывных устройств и взрывоопасных предметов. Так, пример тому, в 1967 году орденами Красной Звезды были награждены саперы майор Зайцев и старший лейтенант Спиридонов, в 1966 году успешно разминировавшиеся, оставленные в 1944 году отступавшими немецкими войсками, заминированный склад боеприпасов Заполярья, на котором находилось 3500 артиллерийских снарядов и мин. В ходе локальных конфликтов и афганской войны орденом Красной Звезды награждали все советские военнослужащие, получившие в боевых столкновениях ранения средней тяжести, тяжелые ранения, либо тяжелые контузии. Орден Красной Звезды представляет собой покрытую рубиново-красной эмалью пятиконечную звезду. В середине ордена помещен щит с изображением фигуры красноармейца в шинели и буденок с винтовкой в руках. По ободу щита расположена надпись
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В нижней части обода надпись «СССР». Под щитом находится изображение серпа и молота. Щит – изображение красноармейца, надпись «Серп и молот», а также края звезды оксидированы. Орден Красной Звезды изготавливался из серебра. Серебряного содержания в ордене 27 грамм на 18 сентября 1975 года. Общий вес ордена 33,2 грамма. Размер ордена противолежащим вершинам звезды 47-50 мм, в зависимости от года выпуска. Расстояние от центра ордена до вершины любого из пяти эмалевых лучей звезды составляет 26-27 мм. На оборотной стороне знак имеет нарезной штифт с гайкой для прикрепления ордена к одежде. Лента к ордену шелковая, муаровая, цвета бордо, с продольной серой полосой посередине. Ширина ленты 24 мм, ширина полоски 5 мм. В 1935 году был изменен устав Красной Армии, и позиция бойца при штыковой атаке изменилась. Первоначально красноармеец был изображен лицом к зрителю, а с 1936 года на ордене красноармеец повернут вправо в соответствии с новым уставом РККА. Также на ногах у него стали изображаться не ботинки с обмотками, а сапоги. Авторами проекта данного ордена были художник Куприянов и скульптор Галинецкий. Они же авторы ордена Ленина. Первоначально до 1943 года орден Красной Звезды носился на левой стороне груди. Статут в течение его существования изменялся несколько раз, согласно окончательной редакции в 1980 году. Награду надлежит носить на правой стороне груди и при наличии других орденов после ордена Отечественной войны второй степени. Первым кавалером ордена Красной Звезды 13 мая 1930 года стал известный красный командир Василий Блюхер за блестяще проведенную операцию по ликвидации вооруженного конфликта на Китайской Восточной железной дороге в 1929 году. Еще среди первых награжденных орденом участники – летчики, инженеры и журналисты большого восточного авиаперелета в сентябре 1930 года. Вообще, в 1930-х годах данную награду нередко вручали за поступки, не связанные непосредственно с военными операциями. Так были награждены летчики, сохранившие свои самолеты и посадившие их с серьезными поломками, обнаруженными в полете, или группа офицеров РККА за успехи во владении боевой техникой. А одним из первых коллективов, кто удостоился этого ордена, стала газета «Красная Звезда» в честь своего десятилетия в 1933 году. Или, например, в 1935 году данной наградой удостоился ансамбль песни и пляски Советской Армии с 1949 года «Краснознамён». Вообще, к июню 1941 года орденом Красной Звезды было произведено более 21,5 тысяч награждений, из которых наибольшее число связано с боями у озера Хасан. 1938. Друзья, в годы Великой Отечественной войны орден Красной Звезды стал одной из самых массовых наград за заслуги и подвиги, за мужество и стойкость в боях с фашистскими захватчиками. Было произведено более 2 миллионов 860 тысяч награждений. Среди награжденных также 1740 воинских частей и соединений Советской Армии и Военно-Морского Флота, в том числе 14 чехословацких и польских частей, воевавших на территории СССР. Офицеры и солдаты союзников, летчики и моряки союзных конвоев, а еще иностранные граждане с риском для жизни, спасавшие советских воинов. Также орден Красной Звезды вручался и за трудовые подвиги советских людей в тылу. Многие военнослужащие стали многократными кавалерами данного ордена. 6 раз орденом были награждены около 5 человек, 5 раз более 15 человек, 4 раза более 150 человек и 3 раза более 1000 человек. Всего с конца 1940-х годов и до середины 80-х годов орденом Красной Звезды были награждены более 800 тысяч человек. Военнослужащие, милиционеры, пожарные, дружинники,
за подвиги, совершенные в условиях мирного времени. Среди них и те, кто удостоился этой награды посмертно, погиб при исполнении служебных обязанностей. А еще советские военнослужащие, получившие ранения во время участия в боевых действиях в ходе локальных конфликтов и афганской войны. Промышленные предприятия в СССР награждались данным орденом нечасто. Среди них Челябинский тракторный завод, Московская киностудия «Центр научфильм», Военно-морской музей в Ленинграде и Центральный музей военных сил СССР в Москве. Интересное награждение орденом состоялось в 1955 году в честь 50-летнего юбилея восстания на броненосце «Потемкин». Оставшиеся в живых участники данного события были представлены к этой награде. Всего за 60 лет существования ордена Красной Звезды, который вручался до декабря 1991 года, было совершено 3 876 740 награждений. 24 декабря 1991 года состоялось последнее награждение орденом. Награда была вручена мичману Разумовичу. Дорогие друзья, если вам понравилась эта краткая историческая справка, прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.